Значит, это были две песни про наши профессии. Каждая земная работа нелегкая и требует свои критерии. Но есть теоретически такая работа, от которой зависит судьба человечества. Эту работу исполняют не люди, даже не боги, а титаны. Музыка и стихи Александра Городницкого, знаменитая песня из времен старшего поколения «Атланты». На сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где лес ведья и хлеба, забытые в веках. Атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёд со стороны, напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важнее иных работ, из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и станет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, но смена не пришла. Их свет дневной не радует, и ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершил бы в беду, не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще надежде до той поры пока атланты небо держат на каменных руках. И жить еще надежде до той поры пока атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Городницкий в свое время написал эту песню в знак протеста перед угрозой атомной войны. Я же сегодня ее исполняю по другой причине. Дело в том, что песня «Атланты» служит хорошим вступлением для следующей песни. Кто такие атланты? Я думаю, всем известно, что в греческой мифологии титан Атлант был тем, кто держал на своих плечах небо. И от его силы зависела судьба не только людей, но и богов. Вот. И с тех пор это слово укоренилось и использовалось в разных контекстах. Атланты — это представление силы, мощи, конечно, высоты. И в каждой стране есть свои атланты. Вот во Франции это Эйфелевая башня, в Италии — Пизанская. А в Нью-Йорке атлантами были небоскребы-близнецы, которых, к сожалению, больше нет. Я попрошу Бач зажечь свечи в память тех, кто погиб 11 сентября, и в их память звучит следующая песня. Мы идем по Нью-Йорку, смотрим в серую даль, там летают осколки, а на сердце печаль. Был наш город красивый, пробуждал гордость фраз, но его разгромили и отняли от нас. Злосчастный день настал и всем покой нарушил, и терроризм свою тень на нас обрушил, и ужас не успел закончить фразу, как сотни голосов замолкли сразу, как сотни голосов замолкли сразу. Близнецы возвышались, и кипела жизнь там. Они небо держали, как могучий титан. Но в тот день на том месте ангел смерти царил, и на купол небесный многих он проводил. Злосчастный день настал и всем покой нарушил, и терроризм свою тень на нас обрушил. И ужас не успел закончить фразу, как сотни голосов замолкли сразу, как сотни голосов замолкли сразу. Через пепел нам видно, там руины одни, нам до боли обидно, так зажгем мы огни в честь погибших и павших,
их уже не вернуть. И наш город пропавший в черно-серую муть. Злосчастный день настал и всем покой нарушил. И терроризм свою тень на нас обрушил. И ужас не успел закончить фразу, как сотни голосов замолкли сразу. Как сотни голосов замолкли сразу. И теперь бог войны вызывает нас вновь, что в честь нашей страны проливали мы кровь. Но кровавая месть не вернет их сюда, а страны нашей честь осквернит навсегда. Злосчастный день настал и всем покой нарушил, и терроризм свою тень на нас обрушил. И ужас не успел закончить фразу, как сотни голосов замолкли сразу. Как сотни голосов замолкли сразу. Эту песню я написал недели через 2-3 после трагедии. Примерно в то же время Америка объявила войну Афганистану. И вот опять страна, в которой мы живем, воюет с Афганистаном. Опять